Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, улица Вокзальная. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Нам пришли подсвечники стеклянные, 149 рублей, 17 сантиметров. Окей, на подставке. Декорации садовые. Нам пришли лягушата. И девочки, и мальчики. 249 рублей. Котята, я уже показывала, гуси, белочки. Крем-баттер для рук и тела с комплексом масел, экстрактом манго, с маслом ши и экстрактом вишни, с маслом миндаля и экстрактом малины. 150 миллилитров, 99 рублей. Полезная косметика, маска для волос, конский каштан, укрепление тонких и ломких волос. 250 миллилитров, 79 рублей. Новая игрушка появилась, озорная кричалка. Записывай, изменяй и воспроизводи. От 3 лет, они разные, за 349 рублей. Типы звучания: девочка, мальчик, робот, изменение голоса, микрофон, повтор записи и встроенный набор звуков. 3D-картинка. Собери и раскрась меня по собственному желанию. Щенок. Здесь разные есть. Вот лев есть. 79 рублей. Гравюра для рисования. 4 дизайна. Скребок в комплекте. Вот 4 дизайна, наверное, я так понимаю. Раскрашивайте серые участки картины, сохраняя черный контур. И стоит всего 79 рублей. И тоже разные. А это черные листы. Блокнот для творчества. 99 рублей. На пружинке. А щетка для очищения кистей. 2 в 1. Очищение и сушка кистей для макияжа. Очищение маленьких кистей показано. Вот 4 варианта. Ополаскивание. Придание формы и очищение больших кистей. Ценника нет пока. А это новый массажер. Тоже новинка. 124 рубля. Глубокое очищение кожи головы. Стимулирование роста волос. Тонизирование тела. Снятие напряжения мышц и усталости. Есть разных цветов. Там вот голубые есть. Косметичка такая большая, смотрите, удобно носить, есть ручка. 299 рублей. 14 сантиметров в ширину, 20 в длину, 15 в высоту. Есть вот голубые, серые, и материал 100% полиэстер. Мими-мишки, товары для кроликов и морских свинок. Набор для выращивания, смесь злаков. Укрепляет иммунитет, обогащает витаминами, улучшает пищеварение. Выращиваем вместе. До этого я смотрела, там были, по-моему, для кошек и для людей тоже что-то было. А это вот для кроликов и свинок. 149 рублей такой. Очень много ковриков. Я уже говорила, что здесь всегда выкладывают очень хорошо коврики. Вот новинка, 249 рублей, преддверный. 40 на 60, здесь прорезиненный. Серые есть, есть светленькие, беленькие и черные. Вот еще новинка, ой, какой он пушистенький. До этого я показывала вот такие, но не всем они нравятся. А это вот пушистый-пушистый. Такой набитый-набитый. Красивый. 349 рублей, 80 на 50. Немножко есть пупырки. Скользить он не должен. Ну, вот он лежит почему-то здесь один. И больше расцветок никаких нет. Какой же он приятный. Так охота стоять, его гладить, гладить. А этот с мелкими пупырками. Здесь вот видите, крупные такие, а это миленькие. Тоже немножко прорезиненные как бы.
299 рублей 80 на 50. Разные. Еще один, смотрите, в виде листочков. Пальмовые листочки или какие это. 299 рублей стоит. 50 на 70. Тоже с пупырками. С обратной стороны. Вот какой еще. Так, еще какой. О, вот какая расцветка. Оранжево-розовый какой-то. Так, еще какой-то. Да, бежевый еще есть с листочками. Красивые. Знаете, как плюш. Наподобие плюша что-то. И поролон. Вот эти цветочки. Коврик для ванны 50 сантиметров. Вот прям астра. Не знаю даже, что это за цветочек такой. 149 рублей. Вот еще розочка. Пришли вот такие ведерки. Правда, без ручек. Ведро 26 на 28 и 20 сантиметров. Полипропилен 199 рублей. Есть несколько расцветок. Вот есть. С желтым, с красным ободком. Само ведро розовое. И с синим ободком голубое. Вот это синенькое. Голубое мне больше нравится. Появился рукав для запекания для всей семьи. 38 сантиметров на 10 метров, 2XL. Гурманов. 79 рублей всего стоит. 10 метров, 79 рублей. Саяновская фольга. Особо прочная и пластичная. 14 микрон, 44 сантиметра ширина и 10 метров длина. 199 рублей. Какие кружки. Madden & China. Тяжелые. Стоит всего 41,50. Выполнены из керамики. 470 миллилитров. Еще кружки. 440 миллилитров. Блестящие внутри и снаружи. В нашем магазине три расцветки. 55 рублей. А это кружка с ситечком. 410 миллилитров, 199 рублей. Выполнено из стекла и металла. Такая вот, мне понравилось вот заваривать сразу. А, подошла так к товару для Пасхи. Вот тарелочка для яиц, пасхальный кролик. 18 сантиметров, выполнено из фарфора. 249 рублей. Есть фигурка керамический кролик. 149 рублей. Яйцо я уже показывала. А вот лампаду неугасимую не показывала. Но я не видела. 116 рублей такая. Что здесь еще есть? Наклейки 79 рублей. Очень много наклеек. 30 на 19,2. Ой, какие декорации пасхальные. 35 сантиметров. Набор декоративный пасхальный. Вот и птенчик, и яйцо. И декоративный нетканный материал. Там даже веточки есть пасхальные. Просто вербочка. Разноцветная. Корзинки 87 рублей пасхальные. Там розовые есть. И в прошлый раз на красителе не было ценника. Я не могла вам сказать, почем краски. Вот краска пищевая жидкая 49,50. Вот это. Вот это Фаберже 87 рублей. Декупаж кролики. Окрашенная пищевая смеси для окрашивания 99 рублей. Вот такие Тодико 99 рублей. Перламутровый блеск 79. Набор для творчества 99. Вот такой, вот такая смесь 59. И такой маленький краситель 33 рубля. Здесь 4 красителя и наклейки. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.